3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. На электронный адрес проекта пришел вопрос от нашего телезрителя. Я не могу выплачивать платежи по кредиту. Кредит стал для меня проблемным. Я недостаточно внимательно прочитал договор, когда брал кредит. Подскажите, что делать? Спросим об этом у эксперта программы, адвоката, заведующей специализированной юридической консультацией города Гомеля Светланы Якимик. Светлана Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Вопрос действительно актуальный. Если возникает проблема с выплатой кредита, то прежде всего надо понимать тот факт, что банк ни в чем не виноват. Что банк, скорее всего, работники банковские ознакомили такого гражданина с существенными условиями банковского либо кредитного договора. И второй немаловажный факт – это то, что все-таки банк вам выдал деньги. Поэтому, если вы попали в такую ситуацию, необходимо обратиться к банку с заявлением, либо с каким-то ходатайством о том, чтобы банк помог вам решить вашу проблему. Если же банк воспользовался своим правом взыскателя и обратился уже в суд за вынесением судебного решения или за исполнительной надписью, то в этом случае на такой стадии можно заключить мировое соглашение. Но заключая мировое соглашение, предлагая банку заключить мировое соглашение, я бы советовала исходить из принципа разумности, справедливости и добросовестности. А вообще ситуации с проблемными кредитами – это очень индивидуальные ситуации. И в этом случае необходимо обратиться к адвокату за его квалифицированной помощью, который не принесет вам и не усугубит вашего положения кредитополучателя и без того очень сложного и проблемного. Спасибо, Светлана Владимировна. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.